друзья, мы с вами находимся на поезде, который едет из Будапешта в Загреб. Сейчас я вам покажу его, просто чтобы посмотреть, как вообще поезд выглядит. Сейчас пройдемся и найдем лучшие места, где можно сесть. Мне сказали, что по моему билету мест нету, поэтому типа где хочешь, там и садись. Но класс у меня второй. Мы поищем, где первый класс, и попробуем там приземлиться. Кстати, остановка сейчас какая-то идет. Двери, я скажу, здесь не из легких. Единственное, что хорошо, что людей нету здесь, поэтому можно спокойно сидеть. Вот. Скорее всего, туда назад мы и вернемся, потому что там удобнее. Отдел, не знаю для чего, то ли для багажа, то ли для того, чтобы курить здесь можно было, вообще не очень понятно, по крайней мере для меня пока это непонятно. Блин, тяжелые очень двери. Становится больше людей. I don't know. Я даже не знаю, сколько мне самому ехать. Она у меня спрашивает, что это за место. Станция неизвестна. Как называется это место? Название нигде нет. Так, вот Будапешт я вижу. Так, где же у нас? Так, где же у нас этот находится? Это Загреб этот. Загреб. Где ты? Что-то непонятно, где Загреб находится. Но хотя бы ясно, что Будапешт вот здесь. Вот отсюда мы едем. Так, ладно. Дальше покажу поезд. Один проход туда-обратно, можно уже руки конкретно подкачать. Так, пропустим этих пассажиров. В одних местах легкие, в других местах тяжелые двери, странные. To, этот, Загреб, ну? You, Загреб? How long? Two time, two time, three time to Загреб. Знаешь ты? Окей. Окей, удачи.
здесь уже начинается. Вот эти двери нормально так нажимаешь, просто они открываются автоматом. Это удобные вещи. Здесь уже идет какой-то интересный. Все. Уже другие. Вот мой чувак сидит. Так. Мы пройдемся до конца. Excuse me, where is the restaurant wagon? No restaurant. А, no restaurant. Окей. Вообще ресторана здесь нету. Оказывается-то его и нету. Так, это уже такие какие-то простецкие. Такие вагончики. Номера. Ладно, там дальше уже делать нечего. Там такой же идет. Пойдем обратно тогда, сядем туда. А, окей. Окей.